синоптики еще обещают несколько комфортных дней, але протяглым теплым надворьем застается только марить. Самый час подвести выники проведенной работы по подготовке до зимового периода. По великим рахунку до подачи тепла жилые дома должны быть готовы уже зараз. Сегодня на балансе жилево-коммунальной господарки находится больше 5000 тепловых узлов, и все без выключения готовы до работы. Причем у новобудовлях установлено обсталевание, которое позволяет обслуживать квартиры в автоматичном режиме. Это гарантует постоянное выполнение социальных стандартов по потребанию комфортной температуры у квартирах, что меж тем не выключает необходимости створения специальных аварийных бригад, которые в круглосуточном режиме будут готовы ликвидовать любую позаштатную ситуацию. Особая увага – модернизация неэффективных котельных, на некоторых из них страты тепла довольно значно превышают нормативные. К примеру, Гомельский район в прошлом году передали котельную тепличного, которая, к сожалению, крупная котельная, завышенные мощности, плюс с тепловыми сетями на самой территории тепличного, там не все в порядке, и так далее и тому подобное. На выпадок надзвичайных ситуаций у этой осенне-зимовый период на Гомельщине будут задействованы несколько пересовных модульных котельных. Что тычется наявности палива, то в некоторых сферах оно уже нарыхтованное в полном объеме. У инших этот процесс наближается до завершения. При этом до усих обовязковое потребование створенные запасы повинны выкористовываться по прямым призначениям, что мая на увазе обсталевание места для складирования. Амаль 800 объектов культуры Гомельской области это тычется так само. Это должны быть навесы или специально оборудованные помещения, даже в виде сараев. Но должны быть условия, чтобы потом не были потери для большего использования топлива при проведении отопительного сезона. Поэтому, конечно, мы обращали внимание на то, чтобы создать эти условия. И эти условия у нас созданы в полном объеме. Подрыхтовка котельного, экономное выкористание паливно-энергетичных ресурсов, повышение надежности работы электричных сеток и подрыхтовка спецтехники для обслуживания дорог. У якости эксперимента у Гомеля этой зимой планируют навык частково отмовиться от выкористания песчано-соляных сумесей на користь больше танного экологично чистого галита, техничной соли, якая является отходом калийной вытворчести. Подчас посяджения облвыконкома об наявности значных проблем не каже никто. На ликвидацию иснующих недопрацовок дается 2,5 тыдня. Для кончаткового оснащения водонапорных вежев обсталеванием для забора воды пожарными автомобилями – месяц. Все работы выполнены, и объекты, соответственно, подготовлены к работе в отопительном сезоне. Получены все паспорта готовности, как на теплоисточники, так и потребители соответствующие получили паспорта. Это в целом позволит обеспечить безаварийное и надежное прохождение отопительного сезона. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».